Я забыл арбалетик купить. Ты что они делают? Они назад отсели? Ну, к нам, да, на мост. Так, тут на мосту стоять. Ну, не спасите. Хотя не езди. Все, подходим к щиту. У них слева лука нет, я смотрю, все шикарно. Хоть справа, да? Красный щит. Да. 4 человека припеха. Так, флаги. Снизу. Снизу. Спускаемся под мост. Одна кава получается. У нас еще лука заберешь, он будет сверху стопудово стрелять. Все, они спускаются вниз. Хорошо, пехи на флагах стоят. Хорошо. А, фига, я этот здесь прям кавы, ебать. Так, у них лук. А, вон лук далеко у них. Я могу занять его уже. Рано. Две кавы на лука заезжайте. Пехи, натяжки работайте, не уступайте за место. Сейчас наша кава лука убьет, и тогда потом. И потом уже будем разбираться с пехами. Отходите, отдавайте флаги, время есть. Сейчас, наш кава, убивайте лука, может кто-то спешится один. Сейчас. Зенджер, иди туда. Все. Вот это стан. Ранил пеха, который с черным щитом. Угу. Так, и таган скину. Так, опять под мост. О, в смысле, на мост идем. Лук стреляет. Справа. Наш кау вдвоем на лука заедьте, он вообще далеко-далеко за домиком. Справа. Да, справа, поэтому вдвоем заедьте, смотри, что вас не остановили. Остановили. Я сейчас спешусь. Так, кава через наш ряд заезжает. Так, кава сзади пехи наши. Аккуратно, пехи. Зенджер, просто постарайся его поддержать. Ранил всадника. Зенджер, к тебе кава поехала вражеская. Сейчас с Ивовы сыграй, сейчас не наши пехи подойдут. Все, к флагам идите. У меня там в арбалете один болт остался. А, ну что делать? 66, блин, заебись, блядь. Так же. Так, где у них лук? Справа, да? Да, справа они опять стоят. У них, в принципе, флаг сейчас был, поэтому, блядь, можно здесь подождать. У них кава там слева. Всадник не поменялся, стал другой, кто был за пеха. В лошадь попал за арбалет. Пеха попал в левое плечо. Где флаги? Ждем. Пех коцан у них. Кава на лука заезжайте. Угу. Лук далеко один. Пехи на лука идем. А где лук? Лук а, уже спускается. У нас пеха нет. Остановлю коня. Чуть не получилось. Так, наш кава
Аккуратно, вас на вас лук. Так, все нормально. Коней у них нет. Пех, держись, 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 пех, пех, просто на оттяжку бегай. Ты ранил пех одного. У меня лошадь мертвая. Тогда не лезь, тогда не лезь. Стой на флагах, Оксана, стой на флагах. Пеха, ты просто убегай назад, они сами... Оксана, стой на флагах. Время есть, время есть. Чё ты нашёл-то? Блядь, Пех, далеко убегаешь, сейчас, подожди, попробуй попасть. Также выбегала. Ну что, дайте зайти на 3 раунда. Нексонов сам распределяется, а не я. Давай вместо Дзандвуда заходи. Так, значит, по дропам. Значит, получается, Нексонов, ты закупаешь лансу. Короче, он скинет тебе щит, Далмон, ты тогда не покупаешь. Угу. Вот. У них что, два арбалета? Я могу будет? Два щита скинуть, нет? Не надо, один щит скидываешь, все, покупаешь себе щит, по сути дела, копье, и таган тебе скинут. И один щит дропаешь для Нексонера. Вот, получается, Нексонер скидывает два скиметара, еще значит, одна кава, это получается Зенджер, ты скидываешь просто скиметар, один, ну, дефолтным слотом. Вот. Визагод скидывает щит просто мне. И все. А это турки, да? Да. А ну вот Абдо. Это турецкий имя, да. Полное имя Абдузарак. Турецкий там... Не знаю, там сирийский, там такие вот. Они готовы. Сильная команда, да? Ну такое. Все, давайте, давайте, давайте. Вау, вау, все, 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 коня прикольно. Забирай, забирай. Как с горки нафиг. Дай, забери. Кого? Щит. А кто это щит скинул? А. Короче, Нексонер, ты не закупаешься щит. Я не закупаю. Все, стоим здесь. Нет, ты не закупаешь. Ты просто дропаешь три скиметара. Два, ну, два дропаешь, один себе оставляешь. Он справа подходит, если бы как вот контроль его. Ну, ты уследи. Флаг у вас. У нас, ну все, отходим, ладно. Значит, нас будут крашить. Ну мы их здесь можем принять, нет. Мы их и примем, да. Сейчас я просто налево убегу подальше. А у них припеха? Они тоже подходят. Все, вот здесь вы будете их принимать, вот здесь вот все. Главное, на меня их не подпустите. А где ты? Я... Не надо меня даже видеть. Они выходят, отойди еще чуть-чуть назад. Коня спешиваю. Не спешиваю. Пехи, пехи, пропустили ко мне одного. Пехи ко мне пропустили, ну. А, иду, арбалет иду. Умер. Хорошо. Иду. Конь в арке остановлен. Все, он готов. Тувар, тувар. Ну, да, плохо. Ну да, блин.
Вчера я плохо, блядь, сыграл. Три килла, блядь. Три тимкилла, блядь. Так, смотрите, флаги нам сейчас не появится. Поэтому сейчас агрессивно сразу к щиту подходим. Кто он РКС Пинг 150, блядь? Он проехал мимо, блядь, там 3 километра, наверное, от всадника. Щиток, щиток, щиток. Кава, Кава, заезжайте. Кава, заезжайте по мосту. Что мне, куда встать, на, Ред? И на арбалета сразу. Нет одного арбалета. Сенджер. Аккуратно, Кава. Пихи, с его выиграйте, потому что... С его выиграйте. Читащий конкретно пролагала. Конь не у меня телепортировался. Я закуплюсь, ты пиздец. Все, сейчас, короче, на исходный, потому что этот... Флаг у нас на появится. Надо, тиса. Я вчера Гусхан что-то там показывал, блядь. Сколько у арбалетов? Один? Один. Финар, три перца, один исходник. Все, Фехи, к щиту можешь не подходить, у нас стоит. А флаг у них был? Знаете, да, это ты карту придумал? Да. Интересная карта, кстати. Да, это Винтербург. Что? Что это? Винтербург, блядь. Все, у нас флаги. Так же стоим, Пехи, не пропустите, главное, ко мне налево. Хотя я сейчас у тележки стану просто и все. Ну, они, кстати, я, кстати, не мог найти, просто слишком далеко где-то стоял там, блядь. Я вез. Короче... Ну, блядь, я покидаю, ты чуть поближе постой и загуд. Только ты отходи, у тебя 10 метров назад, чтобы отходить. 10-12. Я пока дротик покидаю. Их, можете еще немножко их принять подальше. Все, у меня кончились, можно... Все, отходим, отходим, и все. О, зачем, блин, зачем, Александр? Никто ладно, не ражет, ладно, на открытую, на открытую, на открытую. Я спешился. Таня. Ну все, там больше некого блокировать, блядь. Че он спиной блокирует? Пойду я картошку делать, блядь. Кто там данул зайдет. Я сразу сыграю 3 раунда, следующий, я потом данул зайдет. А сейчас будет нормальная карта? Ну можно нормально поставить. Да мне без разницы. Блять, промазал. Ну-ка. Держи. Ну а как, эта карта, ты тестируешь или она будет? Ну пока тестирую. Да, Рейган Милыч, ставь. Ну она как-то, да, она как-то однобокая получается. Вроде мест стрелять до хера, блять, а... Сандин будешь ставь. Норды, блять. Ну а мы тогда, можно с вадами, можно радоками, блять. Мат. Сарамиды. Сарамиды лучше, да, там. Блять, кот орёт, пиздец. Чёрт, здоров. Кстати, ты картошку мышь не сделал, блять, вот орёт. Ну он, да, блять, пожрать. Бля, я ему купил тут перед Новым годом 4... По 3 килограмма. Так, такие упаковки дорогие, блять. Зарёт до сих пор. Ты хочешь за садов сыграть? Да. Давай за да, эти... Зачем, сарамиды, наверное? Сарамиды. Сладок тяжело, конечно, будет. Хотя, бля, за осадом, за осадом здесь закрытые карты, бля. А у Сранидов хотя бы итаганы есть, бля. Так, ладненько, хорошо. Чё, Довмон, тогда с тобой меняемся, да? Ну да, да. Тогда Пехи остальные топорицы покупают. Вот мы вам меняемся, как бы, в принципе, на Ксонар свой закуп. Займешь за Пеху. Ну все, с Денджером, Анекс, да, на каре, и мы как бы с Денджером, блядь. Ну, может это я за Пеха, а Денджер за коня? Нет. Слушай, а может быть мы лучше будем играть нормально в Винтербург, а не переделанный, блядь, а? А, Нексонов? А? Артём Ефремов? Тёма? Все, он, блядь, пропал. Да все, блядь. Блять, ушел в себя и уехал, блядь. Катушин, блядь. Далеко ушел, блядь.
Сейчас я его конь. Блять, не попал, нихуя. Два ноль. Давай рестарт. Все, рестарт, мы на доске выходим. Так, сейчас будет замес что-то вроде получаться. Сразу цепихи через верх идем и сразу спрыгнем. То есть если они будут на досках, то есть никто по низу не идет, забейте. Но они сразу по верх, по подсадкам, короче, там мы распрыгиваем вверх, чтобы там никто сверху них не остался, не занял ни в коем случае. Я их что-то не вижу. Они на доске, подожди. Да, на доске пошли. Кому сказал поверх? Один кавалерист и лучник. Точно на доске пошли? Да. Нет, нет. Все здесь, короче. Все, они стемятся, блядь. Они стемились, Снэк. Ну все, все, стянулись, похуй на них. Сейчас я соберу дротики, подожди. А сколько их было? Два, а вот третий. Дай возьми. Сейчас потом что-нибудь делать. Если нас падут сами раш, скорее всего, они сами должны пойти раш, мы их примем. А пока что время есть? Сами должны пойти, по сути дела, типа... Я скажу, когда. Лук стреляю аккуратно. Сейчас я... Сука. Слегка смел. Ну все, блядь. Ай, блядь! Ну сейчас они точно нас пойдут. Да, они вот все начинают палить. Все, заезжай, Некс, блядь, быстрее. Размер конник раненый, на уже, один удар. Не на один. Блин. Ну все, умер. Так, Некс. Просто живи. Александр, булок. Я жил. Красавцы, ебать. Щиты, топоры. Пиздец, как он попал, блять, я даже не ожидал. Я вроде смотрю, он стреляет, а он... Как-то, блять... Там наводящая стрела, блять. Кому топор... А, ну спасибо, я заберу. Тоже, да? Все, давайте так же делаем. Они тоже направо пошли. Поверху. И что, сразу спрыгивай туда, и да? И сразу спрыгивайте, да. Все, они вас пропалили уже, блядь. Главное не ловите все. Ну скажешь, что-то рашки или что там, блядь. Рашки. Нексон, разъезжай на луха. Ладно. Ёбаный в рот! Охуел. Конник раненый. Как он попал, блять, под щитом стоял, бля, будут штаны. Выше, блядь. Садник едет, блядь. А, нет, нихуя. Ой. Да, садник ехал. Бля, я сейчас этого лучника угандос, оставьте мне его в следующий раз. Пиздец, все. Короче, сам Некс, блядь, оставь мне его. Щит скину. Топор давай, скину. Давай, давай. Зенджер кидай, ну давай, вот. Я топор-то скину. Ладно? Все, пойдем. Ебать, как он мне попался. Пиздец. Александр, ты купил себе шлемак? Нет. Ты дал? Я броню купил. Идиот. И где они? Конь сзади едет за мной. Я к вам. Все, они здесь. И лук на позицию. Смотри, остановил коня. Ребят, назад отойдемся. Ходите дальше, ходите. Еще отходите. Лестница поднялась и все. Все, давайте к нас, Флаги. Все, на флагах как раз и в премии. Где этот гандон, блядь, с луком?
Они на досках еще. Нет, пускай будут на досках, похуй. За тобой кавы заводили сюда. Нихуя не поехал. Они через подсадку выходят. Все пещи на подсадку ко мне, все пещи на подсадку ко мне сейчас. О, они разделены, кстати. Кто-то с подсадки, а кто-то слева выходит. Похуй, похуй, сейчас. Не светись только. Спустись, давай. Спустись. Как? Пех ранил. Лучник через арку пойдет. Хедшот ранил. Через какую арку? Через левую. Левую тут ближний к нам. Пехи, расшуйте пеха. Пехи, пехи на посадке, расшуйте вот этого одного пеха. Конь через заднюю арку поехал. Два пеха сзади. Пускайте, пускайте. Расшуйте, да не надо туда спускаться на флаге, забейте вообще на флаге. Все, убиваем пеха снаружи. Кава, убили. Слева, слева. Сверху все, пеха. Все, по левой стороне идите, забирайте лука и пеха. Ранил. А, ну убил. Ай, сука, блядь. На все на флаге. А, ну хотя бы нормально. Ну подними на список лучше флаги, чтоб мало. Охуеть. Это лучник, поэтому на все настой, чтобы не прострелил тебя. Два пеха, да, выходи. Ногой я пнул, он меня ударил. Убивайте. Да все, он мертвый. Жензор тебя закончил. Поверните его ко мне. Наверное. Да ну да ну, и чё творишь, да, Насан, да, чё творит? Да ну, заходи. За Нордовская. Здесь, да? Угу. Заходи. Всё, значит, сейчас получается... И так делаем. Сейчас, Нексона 2 Каву. Закупаешь шланцу и 3 пака дротиков. Вот, дальше получается, Давмон, ты закупаешь меч и щит Нексонеру. В принципе. На этом все. Получается, и мы тупо идем, их закидываем и рашим. И не Давмон, Давмон же не играет. Грегор, тогда закупишь хорошо меч и щит Нексонеру. Дандут. Ну дандут, хорошо. Я уже купил. Все, хорошо. Все, давайте рестарт и лайф. Сразу, значит, Александр, выезжаешь, смотришь, куда они пошли. Пока что на доски идем налево. Конь в центре, они налево поехали. Налево, в смысле, на кладбище? На вам, да. Все, хорошо, на доске, значит. Заходим, идем, они дальше, идем, идем, идем. Там они. Да, они тут. Все, рашуем, просто закидываем. Александр, заезжай за мной. Они наверх. Заезжай, значит, наверх. Да блин, конь меня остановил. Меня спешили там сзади. Ой-ой-ой! Сори! Сори! Витаган ко мне поскинул. Я что-то вошел в кураж, блять, сразу такой. Главное закинуть. Что они делают? Тоже так же налево пошли. Блин, нифига они спрыгивают, они там наверху. Все, а, вон лука вижу. С так, отойдем назад, отойдем назад. Невыгодно, невыгодно сейчас с колом драться. Все, к
Кава где? Всадник, всадник. Сейчас они отсюда выйдут, будем их здесь встречать. Вариантов других нету. Когда лука не будет. Какой металк есть? Можете по луку попробовать попасть. Видите, он там стоит. Кава сзади метает. Лучник к нашей спустился, респект. Ждите, выходим. Лук, конь. Прости, в тот раз тебя оставляю. Будет щит и меч? Да. Только ятаган. Не, ятаган скинул. Ятаган, топор, кому что лучше. Давайте так же на них ходим. Странно, почему топор не ваншотит. Направо идут. О, так отлично, все, выходим на них. О, какой я меткий. Смотри, конь сзади. Заметывайте коня сзади. Ладно, я за ним поехал. Ранил всадника. Да ё! Не, ребят, пойдемте по флагам, потому что опять неудобно, у нас минус один. Через наш спаун проходим. И все, за стенкой сразу остановились, сразу за стенкой остановились. Ходим на них. Конь поехал, наверное. Ой-ой-ой, что-то я ступил, ой. Нормально, нормально, Кава. Кава тоже коцана, можно спешить ее. Копья у вас нету, да? Ну ладненько. Мужики, смотрите, аккуратно, Кава. Дрочки у стен. А, ну все, молодцы. Так, ну давай, что первоначально закупим все. Стоим пока здесь, стоим. Посмотрим, как они пойдут сейчас. Коня сейчас, конь на меня поедет. Не, конь у них на кладбище заехал. Они тоже на кладбище. Флаги были на досках, значит они в центре или так, или так. Ну сейчас, подождем. Пока не светитесь, никто не светится. Сейчас попробуем для того, чтобы кава на работе. Я думаю, там туара видно. Да нет. Сейчас мы подождем просто. Мне кажется, что Кава должен на разведку поехать. Она пока в видосы катается. Так, ладно, мужики, сейчас ждем. Ждем. Сейчас. Пускай сами выходят на флаге. Лучник на лестнице справа. Да, я его заберу. Все, пошли. Наш кап, помогайте первым, отлично. Коник поехал.
Коня спешите, раненый. Коня нету. Мой. Блять, сори, сори. Пожалуйста, сольёмся. Да серьезно, блять, сори, мужики. Бля, да чё ж такое-то? Да нет, Зенджер, давай. Отлично. Это не считается. Не, ну понятно, я повезло просто, чуваку просто повезло. Мисс клик и все такое. Ну ладно, простите меня, я виноват, да, я виноват. Александр, только это не записывай, хорошо? Я не записываю. Все, я за кого нашел. И чем сейчас будем делать, если флаг справа появится? Они где, на досках? Нет. А где они? На кладбище? Должно быть слева. Но их там нет. Значит, справа. Ну вот, а вы что будем делать? Все, пища будет расшивать их. Все, мужики, я с вами. Так, попробую с другой стороны луку занять. Отлично. Все, пехи, заходите, у нас плюс. У вас два пеха, у меня один пех. Все, я к вам поехал. Ух, блин. Да косой. Так, мужики, сейчас без убийства. Все. Все, сори.